какие туристы. Да. Особенно ты самый главный турист. Сегодня мы едем в гости. Ехать нам больше часа, поэтому мы решили вызвать такси. А сколько у нас было километров? Ребята, к которым мы едем, сказали, что такси стоит не больше 250-300 бат. Уехать минут 30-40. 400 бат? В одну сторону? 300, а то и 250. Ну уж 300, конечно, еще. Okay. Еще бы 250 сказали. You drive. Okay. 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 Thank you. 250-300, конечно, 300. Не, ну ребят сказали, что где-то 300, значит 300 нормально. Но я так поняла то, что 250 нормальная цена. Ну ничего страшного. Мы едем к ребятам в гости, которые здесь живут где-то 3 года. А, нет, еще и коллегу, я не знаю, сколько коллег здесь живет. С одним человеком мы вообще не знакомы. Ну, в общем, ссылка будет в описании. У ребят свой канал есть. И они рассказывают о жизни в Таиланде, о интересных местах, которые здесь вообще есть. И не только в Паттайе, но и в других городах. Они успели пожить в Паттайе, в Чангмае. Где-то еще? Ну, были они в Хуахине точно. У ребят называется канал Travel My Life. Раньше канал назывался «Я живу в Таиланде». Весь там в этом разговоре. Все поняли. Пишем в комментариях свои варианты. Ну, в общем, катал он нас больше полутора часов. Мы дали ему еще сверху 100 бат, но так и не смог он найти нужное место, куда нам надо. Даже по навигатору. Хорошо, что ребята поняли, куда он нас привез, хотя бы приблизительно, и приехали за нами на мопедах. Ведь не доехал он буквально метров 800 до Олега дома. Надеюсь, так безопаснее. Мамочка, если не видели, на мопеде не каталась 35. Thank you.
И он так уверен, что это то место было. А что ты ворот закрыла? Думал, сразу заехать. Потому что не могла, и я не бассейна нашла. Мне руки трясутся, я все равно, да. Олег, Марьяна, а это Эрик. Да. Йора? Йора. Красивое имя. Привет. Привет. Привет, пес. Ну как здорово, здесь прям ветерочек такой, да? Мы здесь честно на кухне снимаем, отцов боксы висят. Угу. Я хоть перестаю трястись потихоньку. Вообще, я просто на мопеде столько лет не каталась, ужас. У меня прям вот руки трясутся прям. Какой вкусный палец, скажи. Какой вкусный палец. Ну вот открыли мы первую коробку. И сейчас будет вторая коробка открывать. А кто проснулся? Кто проснулся? Вот собачка опять ушла, да? Скажем, можно погулять. Вот шашлычок замариновался. Так. Поспали, нет? Да. Нормально? Ну, маловато. Ты кофе? Возьми.